Дорогие сочинцы, любимые мои друзья, уважаемые студенты, преподаватели, я хочу вас всех поздравить с Новым годом, с пожеланиями, конечно же, крепкого здоровья, конечно же, счастья и радости. Очень хочется пожелать, чтобы в новогоднюю ночь в наш дом пришло счастье, радость и необыкновенное желание все сделать для того, чтобы в этой жизни нам было комфортно. Я хочу особо обратиться к тем, кто готовится к сдаче сессии. Дорогие мои студенты, вам успехов, вам радости. Я знаю, что у вас очень много открытий. Я знаю, что вы готовитесь к самому главному своему событию в новом году – встретить свою любовь, сохранить дружбу. И эти пожелания, пожалуй, на сегодняшний день для вас важнейшие – радости, счастья, улыбок и исполнения всех желаний, которые у вас есть. С новым 2017 годом вас, дорогие друзья! Дорогие друзья, вот и подошел к концу 2016 год. И все студенты ждут нового 2017 года, как в детстве. Потому что мы отлично поработали в этом году. Он был очень продуктивен. Мы отлично справились с своими задачами не только в учебе, но и в общественной работе. Мы сможем чувством выполненного долга встретить этот Новый год, даже несмотря на зимнюю сессию. Всем студентам я хочу пожелать не только счастья и здоровья, но обязательно удачи, ведь кто как не студент знает, сколько от нее на самом деле зависит.